телефонный болтун, комментатор фильмов, барабанщик по креслам и другие типичные посетители кинотеатра. Какая ерунда. Так себе. Ух ты! Как неожиданно. Вот это поворот. Да. И над чем тут смеяться? Как смешно! Блеск. Супер! Скукотища. Когда же он кончится? Ну, наконец-то. Более бездарного фильма я еще не видел. Но, пожалуй, посмотрю еще раз. Вау, как интересно! Она что, собралась тут хрустеть? О, нет. Кино и еда приятное с приятным. Что? Нет, ничего. Ну и манеры. Вкусно. Да уж. Сколько же у нее еды? Потрясающий фильм. И орешки тоже потрясающие. Яблоко? Отлично. Как ее сюда пустили? Возмутительно. Официант! Нет слов. Вот это. Да, конечно. Большое спасибо. Вот это круто! А это еще круче! Спасибо! Потрясающе! Она будет это есть? Да как такое вообще возможно? Странный запах для кино. Это просто невозможно! Хотите? Не хочу! Я хочу, чтобы это побыстрее закончилось. Что это? Ну вот, остались только неприготовленные. Жаль. Ой, простите, пожалуйста. Все в порядке, ничего страшного. Девушка, извините. Да все нормально. Уберите фонарь. Вот, видите? В кинозал с фонарями нельзя. Да, простите. Проходите скорее. Я тут. Да, ужас. Фильм супер. Ага. Какие невоспитанные. Что происходит? Факел? Девочки, я вошла, я тут. Вот это жар. Нет, это просто невозможно. Ух ты! Отличные 3D-эффекты! Полное присутствие! Так, теперь сказали надеть очки. Вот это да! Ничего себе! Все как будто живое и так и рядом. Оп! Опля! Опа! Ого! Опа! Что это было? Получай, дракон! Откуда это? Что, платок? Да, бабушка в восторге от современных технологий.
Я поймаю тебя! Поймаю! Вот ты и попался! Получай, дракон, получай! Да, кажется, с этим пора заканчивать. Где же наши места? Вот тут. У меня пятое, а у тебя седьмое. Рядом со мной. Пока, Сьюзи. Пока, Лили. Как романтично! А ты знаешь, кто это? Да, я смотрела первую часть. Жвачку? Это брат? Да, это пропавший брат-близнец. И вот теперь он нашелся. Но он так изменился. Прошло ведь целых 20 лет, поэтому его никто и не узнает. Давайте поменяемся местами. Да, спасибо. Ну так вот. Ох уж эти девчонки, фильм не дают посмотреть. Нет, ты ничего не поняла. Это ты ничего не поняла. Это мой подлокотник. Нет, мой. Мой. Точно мой. Ты его не получишь. Ты тоже. Опять они. Стойте, хватит. Перестаньте драться. Прекратите. Вот тебе, Сьюзи. Получай. Как больно. Вот и разнимай после этого драки. Ой, это от Сьюзи так мило. Лили, ты не обижаешься? Чмоки-чмоки. Я получила. Я тебя простила. Я тоже. О нет, они опять. Ну хватит, пора это прекращать. Какой страшный фильм. Просто ужас. Он, похоже, и правда боится. Он уже тут! Он уже тут! Тед, это ведь просто фильм. Его не нужно бояться, его нужно смотреть. Ладно, я попробую. Запомни, Тед, это просто фильм. Никто не придет и не утащит нас. Это просто выдуманная история. Ничего такого не существует. О, нет! Ничего не бойся, слышишь? Ничего не бойся! Кажется, пора перемотать этот фильм. Какой хороший вечер! Новый фильм, любимый напиток. Никто не мешает. Что это? Наверное, случайно. Так и захлебнуться недолго. Что с ней происходит? Девушка! Ой, девушка! Все, быстрее перематываем. Ух ты! Вот это погоня! Как реалистично! Да, а она ему такая и говорит. Ты представляешь? Нет, ты не представляешь. Это было так странно, а потом они встретились. Это был просто кошмар. У нее было такое платье смешное. Ой, это же у меня. Привет, подруга. А мы как раз о тебе говорили. Да, ну помнишь вчера? Ну сколько можно, девушка? Что вам нужно? А можно... Потише, я ведь разговариваю. Ничего себе. Так вот, мы так и не договорили. Я ему говорю. Ой, подождите. Ой. А, вот моя трубочка. Да, слушаю, привет. Как же это... О, боже. Молодой человек, а можно потише? Все, пора с этим заканчивать.
Перематываем. Да, какие соседи по фильму мне попались. Одна стучит и ворочается, вторая никак не наговорится по телефону. Вот скажи мне, что это за фильм? Ты видишь? Нет, ты не видишь, потому что здесь нет ни одного хорошего спецэффекта. А игра актеров? Разве это игра? Я бы лучше сыграла. Ну а наши соседи просто ужас. Громкий ужас. Понравилось наше видео? Тогда обязательно ставь лайк, подписывайся на наш канал и пиши в комментариях, а какие соседи по кинозалу раздражают тебя.